Алло, мы приехали в лес, будем собирать грибы. Ну, не факт, конечно, что мы найдем грибы, но мы приехали в лес. Очень красивый лес. Димка теперь работает моим оператором. Я теперь могу подальше отходить от телефона, а то мое лицо вот так на весь экран уже мне надоело. Вот. А, и мы же снимаем на нашу новую штуку, на стабилизатор. Так что должно быть теперь очень хорошее качество. Мы не сами, мы всей семьей. Это моя семья у меня на ладошке. Шучу. Дождь. Ja, das ist ein Steinpilz. Nehmen wir den? Natürlich. Ganz unten abschneiden. Okay. Und dann gucken in der Umgebung, ob noch mehr ist. Hast du gesehen? Holger. Ja, okay, mach ich. Da. Димка. Kann ich. Oh, verwurmt. Ja gut, kann nichts machen. Стичек, тебе нравится в лесу? А? Стич, я ищу грибы. Нравится? Ты вот грибы. Пошли грибы искать, пойдем с тобой. Давай, ищи. Ну-ка, ищи, 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 ищи. Нюхай, 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 нюхай. О, кто-то здесь уже был. Смотри. Какой-то гриб отвалился. Стичек, этот не надо искать, ищи нормальный. Тихонько, грибочек? Да. Ну-ка же, мы его сейчас отрежем. Вот туда. Внутряночку. Пирин. Слышишь, мне кажется, что все-таки я на стичке один цик видела. Сверху я его сняла. Вот это уже мы нашли. Такой огромный. Короче, парочку больших, но очень много маленьких. Ну круто, только в том лесу надо было рачки ползать. Это вообще ужас. Надо вот сейчас в таком поснимать. Он что, за мной сейчас следит? Нет. А, нет. Пошел дождь. Романтика. Стичек, скажи, эти веточки очень трудно ходить. Можно тоже снять. А, ты снимаешь? Очень трудно. Через вот эти палки, скажи. У меня лапки 20 сантиметров. Я не могу. Ой, смотри, как там красиво. Красота. Какая-то мошка вкусила. Фу. Ты слюняешь? Все, скажи, пускай меня. Так. Все, вперед. Ой. Ой, даже если тут и грибов не будет, погулять вообще тут круто, скажи. Пойдем, Чипчик, смотри. 100% найдешь здесь грибов. Давай, Стич, покажи, на что ты способен. Покажи, смотри, какие у нас способности. Ой, какая красота. О, да, Стич. Это white bag, а Стичик, ты куда? Ты что, с ума сошел? Ой, лужа. Пошли, пошли. Все нормально? Что-то тут нету никого. Нету грибов. Грибы закончились. Они убежали. Вот здесь снимали битву из фильма «Гладиаторы».
битву между германцами, получается, и римлянами. Шутка. Ты ее сейчас снимаешь? Понятно. Вот здесь тичи. Смотри, корова там. Ой. Стичи. Стичик перешел на правильное питание и кушает только салат и траву. О. И потом рыгает сразу. Детокс? Ага. Я думал, это тектоник. Пошли, Стич. Так, что там? Итак, мы, походу, нашли... Распаковка. Гриб. Мы его сейчас... Вот там. На корень надо обрезать или нет? Ну, некоторые выкручивают, кто-то обрезает. Я не знаю, как правильно, я всегда тут оставляю. По факту, я думаю, что вот эта грибница, она разлагается, она потом все равно свои споры пускает. И даже если ты этот корешок здесь оставишь, здесь дальше будут расти грибы. Я так думаю. Как грибоводы считают, мне эгаль. Стичек, где наши все? Мы их потеряли. В лесу, в дремучем. Кричи. Лиля! Стичек, грибочек? Иди, он подбежит. Пойдем с тобой грибочек собирать. Смотри, иди сюда. Смотри, что это? О, его сожрали. Сожрали? Да. О! Его съели эти. Посмотри, какой он уже. Я думаю... Стичи, найн. Итак, первый красавчик. Стичек понюхал вот этот. Смотри, это грибочек. Вот грибочек, вот. Вот он. Ну, на этот. Да, грибы. Дурылка. Стич, скажи, я ем только шампиньоны, мне вот эти не надо. Мама, что ты делаешь? Так, и вот еще. Красота! У нас привал. У Стичика персональная бутылка, потому что он у нас пьет только проточную воду. Самый жесткий собиратель грибов, самый больше устал. Скажи, Стич, я столько прошел через эти ветки. Скажи, выходите, у вас две ноги, а у меня четыре лапки. Нет, знаешь. Мне нужно вдвое больше шажков делать. Стичи, как в этом прикольно. Дорогой дневник. И не описать, сколько километров я сегодня прошагал моими лапками. Ну, он уже целую корзину насобирал. Молодец, Стичек, сегодня как пожарить нам картошки с грибами. Ой-ой-ой. А если мы туда вернемся? Фу, Стич съел что-то. Стичек, плюнь. Он гриб съел. Скажи ему, как плюнь. Стичи, фу. А ну плюнь. Ничего страшного. Трудись. Ich denke mir... Ich muss bei dir eine Beratung machen über Stürzprophylaxe. Guck mal. Mhm. Warte mal wieder. Guck mal, der hat unten so Dinger. Kann man denn essen? Просто два мира. Вот там все зеленое. Все зеленое, мох. А здесь хоба. И совсем другой лес. Листья. Kleine Pause, Stich. Стичек, а ты с лужи не хочешь попить? Да, конечно. Что там, Олька, ты вступила в что-то? Я думала, почему там жвачка в лесу? Жвачка, да, в лесу. Нет, до этого была. А? И поэтому на неё кто-то не... Пенёк в мху весь. Я в шоке, они там нашли просто столько много. Всё. Скажите, мам. Добегался? Пару метров только поднесите, потом я уже сам. Дыши, дыши. Пронесу тебя, то ты сейчас в эту лужу пойдёшь. Стич, wo ist der Bär? Надо, чтобы он, типа, wo ist der Bär? Он воду хочет. Или его будить, но только не сильно, чтобы он пугался.
Вот зачем тебе прямо с этого горлышка надо облизывать? Здесь все.